И с этой суммы на чемпионате Европы Лиза была бы, между прочим, четвертой. Проиграла бы только самой себе европейского образца. А на четырех континентах с суммой 174 она была бы пятой сразу за Кристиной Гао. Так что дай бог. Наталья Попова, Украина на льду. Представительница Украины. Она была после короткой программы. Есть тройной первый. Хорошо, Ридбергер тройной. Тулуп тройной, двойной тулуп. И еще один тулуп. 3-2-2, каскад. Красиво вращение, что позиция. Из кольца переход. Берем, очень красиво. Каскад 3-2. Они с хореографами, с тренерами Виктором Петренко и Галиной Жмеевской, хореограф Нина Петренко, постарались сделать такую стильную балетную программу. Баедерка, Минкус, знаете, мне очень понравилось. Вот я говорю, объем мне понравилось. Я сейчас не буду разбирать технику, прыжки, вращения, хореографии. Вот объем в целом мне выступление понравилось. Я все, знаете, смотрел, мне думал, на кого она похожа. Вот катание, манера, руки, да, хореография. Мне свое лицо абсолютно.
очень, так сказать, приятно, что появилась вот на Украине, появилась такая фигуристка самобытная, знаете, как очень хорошо смотрится на льду, катается без особого волнения, что немаловажно, то есть словистская подготовка у нее на высоком уровне. Ну, с таким наставником, конечно, который прошел огонь, воду и медные трубы, это вполне реально и здорово. Очень симпатичная фигуристка, и повторяю, что у нее хорошая форма, вот, она хорошо смотрится на льду, и вот эти вращения, конечно, они только добавляют эпичетовской программе. Ну, давайте посмотрим, флип. Видите, как хорошо, да? Хорошие позиции, руки. У нее очень своеобразная хореография. У нее длинные, красивые руки. И вот благодаря им она создает такие образы на льду. Смотрим тулуп. Тройной, да, и двойной тулуп. И еще один тройной. Ну, она, в общем-то, все сделала. Конечно, прыжки не сверхсложные. У нее каскады все 3-2. Но, в общем-то, второй десяток, даже второй мировой десяток, он вот так вот выглядит на сегодня, с таким набором элементов. У нее неплохие вращения, да. То есть есть определенные плюсы. Приятно, конечно, то, о чем вы говорите, Александр, общее впечатление она оставляет очень хорошее. Да, объем очень такой, знаете, положительный. Но у нее хорошие перспективы. Я думаю, что на следующий год она, не знаю, может быть, даже в десятке будет. По крайней мере, очень близко будет десятка сильнейших. Я имею в виду мир. Вот, а Европа, я думаю, уже на следующий год она будет, наверное, не знаю, тоже, наверное. Нужно успеть передать приветы на Украину. Но именно вот это место, она родилась в Симферополе, в Крыму. Числится за Динамо, за киевским Динамо, за клубом киевский Динамо, но вот так, смотрите, тренирует 103. Ее вот Кокенсаки Петренко Змеевская. Да. 103,89 у нее был результат, практически там более 20, ну, около 20 баллов. Она. И она третья, смотрите, как она третья сейчас. Да, она опережает Глебову, естественно, и становится сразу Токтамышеву Леон.